Так, специально для группы архитектуры Дизайн Креатив подходим к выставке. Вот в этом здании оно проходит. Это лофт-апартаменты. Изначально здания строились как апартаменты. Там такие космические цены, что я не уверен, что кто-то купил и живет. Хотя вот шторы висят у кого-то. В общем, в этом здании. Снимем второй корпус, ну или первый, этого комплекса лофтов. У него прикольная фишка, вот эта стена наклонена немножечко, она не вертикальная. Сейчас я отойду, ну тут видно по окнам, но я сейчас отойду вдоль сниму, и вы посмотрите. Очень необычное решение. Ну, так скажем, не каждый день встречается. Вот, смотрите, относительно другого дома, видите, угол. Посмотрите, какой кирпич, просто чума. Это здание просто космических денег стоит. Посмотрите на эту фактуру, на этот цвет, как он блестит. Офигенно. А мы заходим. Что такое? Почему-то галерея оказалась закрыта. Но мы сейчас попытаемся дозвониться. Вот номер, если кто-то будет ехать и тоже обломится. Позвоним и узнаем, в чем дело. Выяснились подробности. Вот, смотрите, в чем они заключаются. Вторник, пятница с 11 до 19, суббота с 12 до 18. А в анонсе этого не указано, к сожалению. Но зрители и подписчики нашей замечательной группы «Архитектура, дизайн, креатив» будут это знать. А мы попробуем вернуться сюда завтра и все-таки войти внутрь и посмотреть выставку. Итак, попытка номер два. Скоро мы узнаем, успешная она будет или нет. Момент истины. Та-дам! Здрасте. Мы зашли внутрь. Первый экспонат. Эта штука дает на стену тени, отстать себе, получается еще более интересная ломаная форма какого-то пространства. Соединено посередине плоским элементом. Полированная сталь и сварка, офигеть. А как нацарапать на стекле надпись, где управлялки? А я нашел сбоку дверцу. Открыл ее втихаря. И здесь имеются USB-порты, различные кнопки, включалка, наверное, отсюда, возможно, с помощью планшета. Такая штука. С помощью нее изготовленной работы, нацарапанной на стекле и подсвеченный торец, судя по всему. Это нигде не написано, но это не обязательно. Нам сейчас объяснили, что на открытии выставки эти все работы были изготовлены на этом аппарате. Двигаемся дальше.
это да. Смотри, он на маленьких-маленьких соединялках просто. Спинка держится на двух точках. На трех. Это из металла все, да? Полированная медь. Обалдеть. Это из полированной меди, ребята. С 93-го года блестит. Это круто. А как же она белая? Наверное, чем-то покрытая. Еще один экспонат. Как называется, из чего сделан этот стульчик прекрасный? Полированная, патинированная бронза. 92-го года, офигеть. Выглядит модно, несмотря на то, что 92-й год. Подожди-ка, подожди. А точно, смотрите. Смотрите, что, какая идея. Можно сесть вот так. Потом можно сесть вот так. Получается, да? Вот так. Поставить его. Так, идем дальше, ищем третье положение. Третье положение. И можно сесть вот здесь. Сейчас разверну камеру. Вот так сесть можно. Смотрите, это прикол. Неплохо. Интересно, он пустотелый или... Пустотелый. Вот расплющенные тачки из анонса выставки. Плоскую или настоящую? Я бы хотел не плоскую. Мне кажется, было бы круче, если бы она была на ходу. Жесть. Бедная машинка. Смотри, сзади желтый номер, спереди белый. Значит, это английская машинка. Посмотрим. Да, смотрите, руль справа был. Наверное, это что-то английское. Кабриолет. Вот еще машинка. Тоже Фиат и тоже плоские абсолютно. И еще один. Тоже, наверное, Фиат. Где по всему такой же. О, сейчас посмотрим модель. Fiat 500. Ой, извините, я не признал Fiat 500 в таком виде. Можно увидеть, сколько слоев краски на ней есть. Сколько раз ее перекрашивали, подделывали. Вот, например, желтые какие-то слои. Слои шпаклевки. Ржавчина. Вот, ржавчина зашпаклеванная. Целая история. Даже ключи есть. И здесь еще имеется вот такой замечательный столик. Сделанный в 2008-2015 годах. Называется New Ping Pong. Из зеркально отполированной нержавеющей стали и патинированной бронзы. Этот столик. Посмотрим, схалтурили снизу или нет. Нет, все отполировано. Обалдеть. Тут, наверное, бронзовые кусочки, смотрите. Сфокусируемся.
Эта бронза, она инкрустирована в нержавейку, представляешь? Теперь немножко деталей. Тут вставлен кусочек из бронзы. А этот торец каким-то непонятным образом сплавлен вместе. Бронза и нержавеющая сталь. Как это сделано, без понятия. Торец заканчивается вот так. Ну, сплавлено вместе. Да. Бронза, облитая нержавеющей сталью или наоборот, непонятно вообще. Потом так джик, и все, и закрылось все сталью сверху. А там уже вставлены кусочки. Дверь, сколько? 200 килограмм, наверное, да? На этом репортаж закончен. Желаю вам креатива, идей и прочих радостей жизни.